Если хочешь, чтобы я на тебя насчитал столько, что ты тут... Вопросов нет. Я же этого не делаю. 108 миллионов. 108 миллионов кассовый разрыв с вашим руководством. 108. Вам посчитать это? Или передать все в это? Я передал. Но я же этим не занимаюсь. Да, прислали проверку. Проверка прошла. Но уж пока телодвижений никаких нет. Вы хотите, чтобы я их запустил? Я запущу. Всем не покажется. От Светланы Владимировны, это от Светланы Александровны до последнего здесь клетка. Долгов наработан на 108 миллионов. 108. При собственных 87. Вы где были? Не вы. Хотите это запустить? Вопросов нету. Поднимут сейчас все. То прошло уже, когда вас поддерживали, тут лелеяли. Сейчас задача вообще совсем другая поставила. Замочить по полной программе. И я их пока сдерживаю. Тем более, если для чистоты наших отношений, это вопросы, которые я задавал Фадееву, Орлову и Касимцев. Получим добро, вас отсюда выгнали. У Фадеева. И все это согласовано. Но я-то пока это не делаю. Хотите? Вопросов нет. Сейчас будут копать. Поэтому еще раз говорю. Не нравится, заиграло? Вопросов нет. Мне тут многие не нравятся. И вообще мне не нравится, я вышел в Петровске. Мне тоже не нравится. Но, к сожалению, мы не выбираем. Поэтому это все вот этот косяки, который там отправил, теперь отзывает. И еще раз говорю, никаких судебных исков вызывай и призывай к этому. А если они убегают? Тихо. Да и не убегают. Ты хоть скажи, ты нам даст 15 миллионов? Да ему легче бросить предприятие, бросить, открыть новый за 10 миллионов, это за 10 тысяч, исток плюс, исток А, исток минус, исток Б. Это стоит 10 тысяч. И работать это. Но мы эти 15 миллионов никогда не возьмем. Ты хочешь сказать, что с матросов вы возьмете эти деньги? Да. Он открывает новое предприятие и говорит, 10 тысяч я открываю ООО «Док Плюс». Я это проходил. Я открывал 4 предприятия. И потом их бросал. Понимаешь? К сожалению, законодательство у нас такое. И это не заиграл тут виноват. Ни Косинцев с Матросовым, это Себастак. У нас так сделано. Легче просто наработать долги, бросить и уйти. А если мы хотим что-то с него получить, то мы ему должны помогать. 13 марта мной был подано исковое заявление о взыскании с совести задолженности по пени в размере 15 миллионов 269 тысяч 670 рублей. Заявление было подано в связи с задолженностью данного предприятия перед бюджетом Петровского района Саратовской области. А там уже в суд отправили или нет еще? Суд ушел, он еще не зарегистрирован. Поэтому отозвать. А по остальным? И по остальным тоже. То есть вообще никого не трогают? Да. Просто никого не трогают. Вообще никого? Если будем трогать, только после того, как мы тут садимся на согласительную комиссию и говорим. Если он не внемлет... Ну вот он убегает. Кто? Бастаков? Акчурин. Акчурин, кто это? Марка, 500 тысяч. Ты что, хочешь сказать, что он их отдаст? Ну, есть чем напугать. Нет, напугать пугаем. Но есть чем отдать. Напугать арбитражным судом? Нет, нашим судом. Каким нашим? Что мы... У него еще земля осталась.
Он перевел на жену. Ага. Перевел неправильно. А, это если есть какие-то косяки, давай пугай его. Чего в арбитраж подавай? Только трата всего, времени, денег, топлива и все остальное. Ну, подали вы на этого, вот, на Смотрова, это на Смотрова, на Матросова. Ну, он что перевел? Там нет, а? Да, да, сейчас еду. Там нету, нет, просто ничего. Чего судиться? Катать просто так. Он все уже переведено, все вот так ты говоришь, это, как этот Обчурин, все переведено на чужое, это... лицо. Да, на другое лицо и все это. Чтобы вернуть, если еще умные, они умные, это другое лицо, еще переводят на другое лицо, все, что вообще хороший покупатель называется. Добросовестный. Ну, добросовестный. Хороший покупатель. И все. С него ни один суд ничего не видно, если они умные. Ну, с этим можно судиться. Но пока мы будем, мы только подадим, они уже переведут. Мы же не включаем обеспечительные меры. Обеспечительные меры, да. Не включаем. Все это, они идут к этой, к староверу и говорят, слушай, на тебе пузырек, цветы, конфетку, сделай нам заднее число. И она делает. Ты же не поверишь. Поэтому этим вообще заниматься не надо.